семье Люлиных праздник. Получили земельный участок, который ждали 7 лет. В семье 5 детей. Теперь у каждого будет своя комната. Как только родители получат документы, начнут строительство дома. Двухэтажный. Большой. Семья, потому что большая. Все пока планируют жить с нами. А вот Бодягины уже ездили на участок и оценили будущий фронт работ. В голове вырисовывается большой дом. Главное, чтобы хватило финансов на его постройку. Уютный, семейный. Общая столовая с большим круглым столом. Еще 8 многодетных семей получили земельные сертификаты. Вручил их губернатор Алексей Русских. Он отметил, что поставил задачу ускорить темпы по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным. Вы на самом деле настоящие герои, потому что... С одним ребенком тяжело, с двумя тяжелее, а с тремя, с четырьмя тем более. Но зато жить с большим количеством детей весело, и когда видишь, как они растут. Бесплатные земельные участки для многодетных располагаются в Заволжском районе Ульяновска. Это продолжение кварталов Г и Д. На территории уже проложили электричество. До конца года к участкам подключат воду. Подготовлен проект газификации. Также летом начнут отсыпать дороги. А благодаря областному закону многодетные могут получить до 300 тысяч рублей на ипотеку при начале строительства. Или же после завершения возместить до 700 тысяч, но не более 25% от кадастровой стоимости объекта. Ну и напоминаю, что так как у вас много ребятишек, у вас наверняка есть нереализованные средства и нового капитала семьи, нашего регионального капитала. То есть их также можно потратить либо на ипотечный займ, либо уже на проведение инженерных коммуникаций, там, ну, возможно, дополнительных каких-то, которые вам понадобятся уже непосредственно на участке. В продолжении кварталов Г и Д уже сформированы и готовы к предоставлению 360 новых земельных участков. Прием заявок стартовал с 11 мая. 235 участков уже распределены. Анна Тищенко, Улправда ТВ.